Ай, Калгар, ай, красавчик, а? Ой, молодец. Я говорю, он только притворяется простачком. На самом деле он очень умный, блин. Ты, говорит, станешь нашим лидером. Да пошли вы нахрен, вы что, говорит, с ума сошли? Так, ну-ка, ну-ка. Не понял. Да? Следуйте за мной. Ну что-то опять тут случилось, какие-то глюки. Молот Айронфиста. Это молот Тарима Айронфиста, первого из клана Айронфистов. Молот довольно непритязательный на вид, но это невероятно могущественный дворфийский артефакт. Его можно использовать только в сочетании с другими артефактами, рукавицами Айронфиста и поясом Айронфиста. Объединенная мощь всех трех предметов вошла в легенду у потомков Тарима и стала символом мощи и несокрушимости клана. При каждом нанесенном ударе это оружие с вероятностью в 5% сбивает противника с ног на 9 секунд. Нифига себе! Считай, на весь бой улегся. Удачно выполненный спас бросок по стойкости против класса сложности 20 отменяет этот эффект. Ну, ну так себе, на самом деле, 5% вероятность мало, а тут еще и двадцатка всего. Когда молот заряжен, его можно использовать, чтобы призвать мощный удар молнии, направленный на сам молот. Здравствуй, еще один молот Тора. Возникающий в результате электрического разряд, электрический разряд наносит всему, что находится в радиусе поражения, 8-6 очков повреждений. Одновременно раздается мощный удар грома, оглушающий всех находящихся поблизости на 9 секунд, лишающий их слуха на 3 раунда. Способ по стойкости, бла-бла-бла, ну это понятно. Это действие разрядит молот, одновременно лишив его бонуса электрического урона и способности сбивать с ног. Чтобы не зарядить молот, вот здесь должен использовать его в битве и успешно нести им 15. Ага, 1d8. Ох, ядрёна кочерышка, ох, ядрёна кочерышка. Двадцать два. Блин, ну честно говоря, так себе по уровню-то. Двадцать три, да? Электрический бонус усиления, сила плюс 6. 1,8,9, электричество и дробящий урон. 2,16 плюс 5. 22,17. 17,12. 1,8 плюс 9. 2,16 плюс 5. Ну, черт его знает, на самом деле. Ну, ладно, раз уж он у нас такой молотоносец. Так, а у тебя есть оружие в двух руках? Я вот не помню. Калгарчик, а? А, нет, навыки. Да, глушащий, точнее, сбивание с ног. Тоже не стрел. Могучий удар. Слушай, по-моему, нету. Владение. Темноте, знание, устойчивость. Мазное тело, безоружный, дрожащее, уклонение улучшенное. Блин. Так вот тогда монахом не имел смысла делать. Просто у меня такой щитовик этот. Надо ли оно мне? То, что сила дается прям вот 23. Фига себе, 20, а, ну плюс 2 сила, да? Один d6, 1d8, 4 дробящий удар, универс, урон. Знаешь, ладно, пусть будет молот.
Посмотрим. Так, и сейчас, ну что, самое приятное. Следуйте за мной. Новый уровень. Поехали. Так, кстати, а этот-то у меня, как его? Тайный ученый, Кандлкипа. 8 рангов. Ай, ладно, в топку, блин. Последователь. Кто? А фу ты, блин. Не хочу. Так, навыки. Живучесть. Чего? Сейчас. Живучесть, ага. Спасибо, блин. Один хитпоинт за уровень. Обосраться нужная вещь, блин. Плюс там 15 хитпоинтов или сколько. Прям пипец. Вертлюсь это что? Автоматически. Это ладно. Давайте смотреть. Владение боевым оружием это лесом. Легкие доспехи. Так, плюс 2 при проверке. Это подожди-ка. Способность. Великое проникающее заклинание, эпическое проникающее заклинание. Персонаж получает бонус плюс 2 к уровню колдующего, при проверке проводим с целью определить возможность преодоления сопротивления магии. Автоматически. Зачарование иллюзии, некромантия, пренепорицание, трансмутация. Практикующий заклинатель. Это что такое? Колдующий в выбранном классе заклинатель увеличивается на плюс 4. Можете использовать полную воспользоваться бонусом. Ой-ой-ой-ой. Увеличить только уровень колдующего, который влияет на преодоление. Ага. Практикующий заклинатель колдун. Че, возьмем, что ли? Ну давай, черт его знает. Так. Что-то менять тут надо? Да нет, по-моему. Шар, стрела. Пятерка. Сомневаюсь, тут вроде тоже все норм, обескровливание. Тут тоже нормально. Так, на девятке. Ну, давайте смотреть. Всеобщее удержание монстров, истощение энергии, крик баньши, помню, нафиг. Сокрушающая рука Бигби. Да, это я помню, это клевая штука. Колдующий ставит гигантскую руку, которая атакует цель. Если удается попасть по цели, заклинание продолжит действовать. Рука пытается ухватить цель. Если же первый раз рука промахнулась, здесь заклинание прекращается. Теневой клон, это что за хрень? Касание. Теперь план с ней, следует теневую копию существа, которым приказался колдующий. Теневые существа сохраняются с способностью оригинала. Что его хит? Поинт составляет 6 3/4. И оно не помнит ни одного заклинания, которое было это оригинал. 20%. Маскировка, иммунитет к урону, негативная энергия. Ага. Ну, не совсем понятно, но добавил с ним. Тени. Синевую версию одного из следующих заклинаний. А, понятно. Эфирность. В топку. Смертный ужас. Вкусная, средняя, колоссальная. Перед вражескими существами, находящимися в области действия заклинаний, появляется иллюзия ужасающего... Все. Для преодоления эффекта иллюзии необходимо в случае неудачи иллюзия касается цели, которую теперь должна сделать или погибнуть. Да-да-да, помню. Смертный ужас. Да-да-да, мощная штука. В первой части была такая вот гигантская хрень. Опасная вещь на самом деле, потому что она же, видите, бьет по площади. Поэтому нужно направить на одну цель, чтобы пытаться снять с нее все магические эффекты. Ага, призвать существо 9 левела. Типа элементаль. Древнего элементаля. Мощно. Но я, наверное, руку все-таки возьму. Скрушающая рука Бигби. Что рекомендовано? Метеоритный дождь? А, сейчас. Нет уж. Чем я могу помочь? Стань сильнее. Эй, ну что так? Следуйте за мной. А у нее точно двурукости нету? Что-то как-то странно. Улучшенная инициатива.
Я даже не вижу это. Двое праворукость. У меня же, по-моему, есть. По-моему, может двумя. Что рекомендовано? Живучесть. Опять живучесть. Да идите вы лесом со своей живучестью. Сдуреть просто, блин. Обезьянья хватка. Принять оружие, которое обычно является для вашего двуручным. Как одноручным? Ага. Ну нет, нет, нет. Так, рывок это что? Представить, тут передвигаться на 5% быстрее. Куда ему? Он и так, блин. Лучная инициатива. Угу. Улучшенный критический удар. Ага. Улучшенный могучий удар. Фехтование легким оружием. То есть этими видами оружия или без оружия наполнять барские атаки с модификатом ловкости вместо силы. Ага. Ну это ладно. Так, здесь что? Эксперт-тактик. Забыл. Нужно атаку против существа. А, выполнить спровоцированную атаку против существа. Вы и ваши союзники получаете бонус ситуации плюс 2 к броскам атаки и урона. Ага. Ну, понятно. Владение оружием простое. Владение щитом отсутствует. А, ну да, он же сменил класс. Да, логично. Так, навыки умений. Спас бросков. Бдительность, железная воля, стойкость, ловкие пальцы. Что это? Это ловушек. Смешано. Так, начинает очень быструю реакцию. Ага, переговорщик. Самодостаточность. Бонус плюс 2 к выживанию и лечению. Скрытность. Линия болезни, энергия. Способный ученик. Ранга в любом не классном умении. А, ну да. На умение. Акробатика, алхимия, взлом замков. На умение выживания, дипломатия, запугивание. Знания. Давление доспехов, да-да. Ага, ясно, спасибо. Так, лечение, ловкость рук, концентрация, наблюдательность. Акробатика. Персонаж с этим навыком достиг особ... Так, погоди-ка. Ты у нас с чем сейчас ходишь? Что у тебя в руках? Основное оружие – молот. Молот. Рекомендовано. Да, рекомендовано. Акробатика. Незаметность. Тихое передвижение. Парирование. Да. Ага, парирование есть. Так, молот, молот. Лучший критический удар. Д. КЛМН. КЛМ. Метательный топорик. А, легкий молот. А, такого молота. А, может тяжелый молот какой-нибудь. Топорик, нет. Боевая коса, боевая палец, боевой топор. Вот боевой молот. Оно не оно, хрен его знает. Я даже не в курсе. Давайте навык на парирование тогда возьмем. Парирование штука полезная. А, так, так, парирование, парирование. КН, СП. Вот парирование, давай. Особо успех вспомнил определенное умение. Плюс 3, давай, возьмем парирование. Так, карточка. Что с тобой? Рекомендовано далее, рекомендовано далее. Безмолвное заклинание лесом. Не надо. И так многовато. Лучшая инициатива, легкое оружие, эксперт, тактик, владение. Практикующий заклинатель. Вот оно увеличивает, как я понял, мощь. Магический оружие доспеха, волшебные палочки, лесом. Бить на железной воле, исключительная стойкость, ловкие пальцы. Так, давайте-ка мы и практикующего заклинателя опять возьмем. Так, проникающее заклинание. Колдующий перепроверка, проводим с целью определить возможность преодоления. Ага. Дополнительная ячейка, уровень. Получается одну дополнительную ячейку, в которую может поместить заклинание с уровнем на один меньше того максимального заклинания, которое уже может и творить. Максимальный заклинание второй, получает дополнительное нулевого или первого уровня. Не совсем понял. Конечно, когда это делать, получаете дополнительную чику, дополнение любого уровня. Давайте мы практикующего заклинателя дадим. Сейчас! Ей метеоритный дождь. Ага! Вспышка ледяного гнева, маленький конус. Не-не-не-не-не-не. No.
Не смешите мои... Слушайте, а может ей призвать существо тогда дать? Смерть, ну уже... Так, слово силы — смерть. Маленькая, большая... А, как на одну, что так и на область. Существо целями еще не более 100 хитпоинтов, мгновенно погибая. Заклинание на область, оно уничтожит не всех существ, имеющих менее 20 хитпоинтов вплоть в сумме. Мощно. Но нет, это я не дам. Иди к ты лесом. Так. Истощение энергии. Маленькая одна цель. Колдующий успешно проводит против существа выбранного целью заклинания дистанционной атаки касанием. Она теряет 24 уровня персонажа. То есть критического удара во время атаки касанием. Блин, дальность маленькая. В чем проблема? Она будет подходить. Крик Банши. Маленькая. Дальность маленькая. О как. Интересно. Не, давайте ей существо вот это вот лучше дадим. Пусть вызывателем будет. Да. Ну, лесом. Еще. Колданет чуть не то. Дополнительное изгнание. Ну, сейчас. Цыц со своим дополнительным изгнанием. Так. Бесенья хватка, сбивание с ног, инициатива. Вот может обезьянью хватку цапнуть? Этот навык дает возможность менять оружие, да, которое обычно для вашей расы два... Тьфу! Обычно является для вашей расы двуручным. Так. Угу. Человек, владеет этим навыком, может создаться, держа в одной руке двуручный меч, а в другой щит. А Плорус держать по длинному мечу в каждой руке. В принципе, не сказал, что тема какая-то нужная. То есть, да, он у меня и так обои руки. То есть, видите, человек может сражаться, держа в одной руке двуручный меч, а в другой щит. Малого размера. Персонаж среднего размера. Людям использовать гигантское оружие как двуручное. Обратите внимание, что используя эту способность, вы не можете держать в одной руке арбалет или лук, а в другой щит или другое оружие. Этот персонаж маленького размера. Не уменьшит штрафы при сожжении двумя видами оружия. Ну да, то есть тут такой сложный момент, скажем так. Так. Улучшенный могучий удар. У него это есть. Боевой молот. Владение оружием экзотическое. А что за усиленное лечение? Этот навык добавляет плюс 2 очка за каждый уровень заклинателя к количеству хитпоинтов, которые становятся заклинаниями исцеления. Так, например, заклинание первого уровня исцеления легких ран становит 20 хитпоинтов, заклинание третьего уровня исцеления средних ран. Хм. Ну, я бы не сказал, что это ему надо прям очень сильно. Божественные навыки, божественное сопротивление. Вы можете потратить попытку... Средник сопротивления, так, дополнительное изгнание, окей. Дополнительное закрушение. Персонаж получает возможность использовать способность навыка сокрушения дополнительно 2 раза в день, священное месть. Можете потратить попытку изгнать нежить, чтобы получить бонус. Окей. Личное изгнание. Можете изгнать нежить, как будто уровень в классе, обеспечивающего вам эту способность, на 1 выше, чем на самом деле. Ну, такое себе, вот это нежить, нежить, ну чё нежить? Так, погоди-ка, отмена. Давайте еще раз. На чем он у нас концентрируется? Давайте. 20 лечения, 20 концентрация, 20 парирования. То, что он лечит, я бы не сказал, что это прям как-то офигенно круто. Вот без дураков. Может, лучше парирование ему дать получше? Или улучшенный могучий удар? Давайте мы ему лучше парирование дадим. Будет более крепкий танк, чем есть. Оценка, слух, поиск, передвижение, установка, поиск, вот парирование. Далее. Дополнительную ячейку умений. Это мы посмотрим на самом деле. Может быть, почему бы и нет. Не могу идти с таким грузом. Секундочку. Это же калгаровские шмотки. Да. Ну да. Ты, блин, он все-таки.
посмотрим. Вот тебе. Так, ну ладно. О, да. Так, кул, как его там. Никогда даже в самых смелых мечтах я не думал о том, что такой день настанет. Калгар, мы встретимся в крепости на перекрестке и покажем королю теней мощь клана Iron Fist. Так, ну как бы встретимся-то встретимся. Это всё... Да? Во-во-во-во-во-во. Да. Хм, я вижу дворфа, но не Iron Fist'а. Я тебе сейчас... врежу так, что за твоим предком больно станет. Чем я могу помочь? А почему я не могу это открыть? Нет, серьезно. В чем проблема? Да? Какой-то особенный ключ. Так. Что скажешь? Молчит. Ничего не говорит. О, я пойду вперед. Погоди-ка. Да? Ты иди за мной. Так, рассуют заклинания, ловушки. В смысле? Да? Забавно. Хм, особенный ключ. Вот те раз. И чё, мы просто уходим? Я как-то думал, что здесь что-то случится интересное. Тут на тебе. Объект. А, просто заперт. Чем я могу помочь? А ну-ка давай. Я думал, что мы сейчас отсюда какого-нибудь кузнеца заберем. Но нет. О, да. Нет, особенный ключ. Любопытно. У них даже диалоги не поменялись. Ё-моё, как все плохо, блин. А может быть вот этот реворкс? Сейчас попробуем. Арфист искусственного мастера, вот увидишь. Позволь взглянуть. Щиты нам не нужны. Стрела плюс 2. Да? Да. Что у тебя со стрелами, кстати? Стрел у тебя хоть... О, да. Хоть попажуй. Хм. Ты принес великую славу нашему клану, Калгар. Мы с радостью будем сражаться рядом с тобой. Да? Ну, окей. Чё-то как-то вообще тухленько закончилось. Я чё-то большего ожидал. Плюс вообще непонятно. Ты, блин, прокачался монахом, тебе суют этот молот. Чё за бред? То есть монахом не надо было, что ли, качаться? Или как-то по-другому? Ну, о, отвратительно. Вот просто, ребят, ну, это плохо. Это очень-очень-очень плохо. Так это всё... такая халтура. Ай, я буду ворчать. Я буду ворчать, чёрт побери. Так, ну что, давайте заглянем в крепость еще разок. А, ну в любом случае нужно, потому что там материалы привезли. Кузнеца оружейника мы так и не получили. Что-то непонятное. Мог ли я его пропустить где-то? Но в целом легко. Так, ты снова здесь, капитан. Посмотри, пытаюсь себя образец труды из последней партии. Спасибо. Три, да? Так, по поводу Iron Fist'ов. Образец руды забрали. Тут мы, в принципе, все распродали. Что-то здесь специально покупать я смысла не вижу. Когда у нас кроме работников кто-то здесь гулять начнет уже. Не подвисай.
Да. Тут, конечно, такую тему можно было с крепостью сделать. Такое развитие мощное. А чё нет-то? Дофига всего можно было придумать, чтобы прям сделать такую процветающую территорию. Моя грустить. Что? Кана, ты мне ничего не скажешь? У меня есть для вас рапорт о серых плащах. Одновременно назначение людей на патрулирование дорог и прилегающих земель снизило эффективность их действий, но на дорогах наши ваши патрули достигли определенного успеха. Бла-бла-бла. В землях крепости присутствует наш патруль, дало себе знать. Мы смогли устранить большинство угроз. Борьба была непростой, но наши фермеры теперь находятся в полной безопасности, как те, что непосредственно прилегают к Невервинтеру. Чем могу служить? Состояние дел. Среднее, очень высоко. Среднее, бедно. Запас земли очень высоко. С дороги просто высоко. Отлично. Так, организация, средства. Что там с союзниками? Дворф и клан Арфист послали своего представителя Кулмара. Можете найти Кулмара в хвосте Феникса. Вас Шива говорит, что люди ящеры каждую ночь тренируются, чтобы отбить топи у короля теней. Ну окей. Окей. Так, Кулмар в хвосте Феникса. Хвост Феникса. Таверна, что ли, наш? Наверное. Что у нас еще может так называться? Текс. Таверна, таверна. Давайте. А вон и Кулмар. Я рад тому, что я здесь. Ты много сделала и для Калгара, и для нашего клана. Скоро ты поймешь, что Айронфисты самые верные союзники. Да? Черт. Ну окей. Что-то, блин. Скоро я пойму, что я, кажется, где-то пропустил кузнеца с оружием. Блин. Окончательно бесповоротно это пойму. Черт. Блин. Блин, блин, блин. Утонул Буран. Жалко, внешний вид фермы тоже не меняется. То есть, как все остается, так и остается. То есть, дома... Там вот кто-то гуляет, но не более того. При этом я продолжаю собирать шмотки. Блин. Надо будет глянуть, где этот кузнец оружейник. Хотя бы успокоюсь, если пойму, что я его уже пропустил, больше не буду на это обращать внимания. Это как-то это... Если с ними пожарить, у нас должны быть ОМОН Джиро или Джеев. Твою мать. Вот без дураков, твою мать. Следуйте за мной. Да, тут главное не забывать, что у нас новый уровень. У всех, кстати говоря. И этому же учит пихаль. Да хорош, блин! Боевой опыт. Нафиг. Так, обезоружение, сбивание с ног, улучшенное парирование. Автоматически. Первый персонаж будет контратаковать, кажется, от проекта. Контер атаковать. Чудесных предметов изготовления. Я понятия не имею, что ему брать. Вот серьезно. Всякие заклинания у него и так есть. Хотя тут я их не вижу. Давайте ему улучшенное парирование возьмем. Раз есть. Черт с ним.
Я не знаю, что тут брать, опять же, так что в топку. Так, что у тебя по шмотью? Хрень у тебя всякая по шмотью, да? О, да. Так, во-первых, сохранить. Пуф, так, 21, 22, сохранить, окей, окей. Амона Джерома взяли с собой. С Жаев, да и лесом. Пошли. Хотя, блин, может на следующий раз отложить это дело все. В принципе, я уже пару часиков играю. Да. Вот именно. Даже чувак говорит, да, говорит. Так, мистический рок. I wanna rock. Едкий удар. Погладить магию. Стена опасного плоть. Твою мать. Вот это вот, конечно, лучше бы убрать отсюда, ей-богу. Ладно, черт с ним. Ладно, давайте на самом деле на этом остановимся на сегодня, потому что еще раз сохранимся. Идти к этим умертвиям. Надо еще посмотреть, как там, чего. Опять же, надо посмотреть с кузнецами, разобраться, а то, может, я действительно банально прозевал его где-то, блин, теперь бегаю. Ну, знаете, как-то странно, чуваков в доспехе там чуть ли не из мифрила уже, из адамантина, а стоят с дубинками и с топориками, блин, маленькими. Это неправильно. Так что давайте на этой условно-позитивной ноте, худший игрок всея интернета, всем... Как это? Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Если подписались, обязательно нажимайте колокольчик, это очень важно. Делитесь этим видео в соцсетях, друзьям, мне рассказывайте. Ссылка на плейлист и на поддержку канала, как обычно, в описании под видео. Ну а пока всем пока-пока и до встречи в следующем эпизоде прохождения НВН 2. Ну где мы, собственно, пойдем разбираться с этими странными тварями. Посмотрим, из чего они сделаны, как это и чем их бить. Ну а за сим все. Всем счастливо.